Так, девочки, давайте посмотрим, что с ним творится сегодня. Достанем. О, ну, он, конечно же, о вас вспоминал. Вы для него императрица. Он вас видит как императрицу. Он говорит, у меня сегодня рутина, я работаю. Дом, работа. Вы зеркалите друг друга. Ну, ему хочется двойку кубков с вами. Хочется отношений. Проявить какую-то силу. Сдерживать себя по силе, возможно, чего ты сдерживаешь. Ну, чтобы к вам проявиться, сдерживать себя от проявления к вам. А почему ты боишься проявиться к женщине? Потому что вы гордая, независимая, как девятка пентаклей. Он закрывает свои чувства, ограждает себя мечами, или, а может, вы себя оградили уже мечами. И он по тузу пентаклей хочет шанса, хочет, чтобы вы ему дали шанс, чтобы у него была эта возможность.